Всем привет! В молодости у Дениса Матросова был роман с Людмилой Татаровой, и она родила от него двоих сыновей – Вову и Юру. Так получилось, что сегодня звезда сериалов совсем не общается с наследниками, а ведь парням уже по 24 года. Расставшись с Матросовым, Татарова не стала добиваться установления отцовства или подавать в суд на алименты. Она позже счастливо устроила личную жизнь, вышла замуж за Сергея Джигурду, брата эксцентричного актера. «Они выросли и стали называть меня папой. Поскольку у детей был прочерк в графе «отец», мы пошли в ЗАГС, и там я сказал, что являюсь их папой. Мне даже усыновлять парней не пришлось», – вспоминает Сергей Борисович в интервью, которое дал вчера журналистам. К слову, в личном блоге Джигурда часто публикует снимки со своей любовью и посвящает ей теплые слова. Подписчики Джигурды восхищаются супругами. Что касается Дениса Матросова, за его плечами три брака. Недавно звезда сериалов развелся с Ольгой Головиной, с которой состоял в отношениях примерно 7 лет.